Ну що ж, друзі, ще раз всім доброго ранку. Ми вже говорили, що сьогодні дійсно такий дуже багато свят, не лише в нашому місті, а й в усій Україні. Сьогодні Благовіщення, сьогодні День здоров'я, а також сьогодні, 7 квітня, День боротьби з сепаратизмом у Миколаївській області. І саме з приводу цього до нас завітав Зелінський Ілля, боєць полку Азов, учасник розгону палаткового містечка, наметкового містечка сепаратистів біля пам'ятнику Ольшанців у 2014 році. Доброго ранку, Ілля. Доброго ранку. Ну що, дійсно така подія, яка нас сьогодні зібрала, не радісна, не весела, але згадувати потрібно. Да? Таке забувати не можна. І безумовно, що перше питання для того, хто може щось забув, призабув, давайте пригадаємо, да? Що це була за подія, трішечки її хронології, хроніки, і далі продовжимо нашу розмову. Ну, для нас, как для организации, да, мы в тот момент являлись просто там болельщиками ФК Николаев, Ультрас, да, для нас это все началось, естественно, еще с того момента, когда после заявления Дятлова, да, у нас тут под облсоветом собирались, как бы, ну, так называемый антимайдан. То есть мы понимали уже, что это просто так не закончится каким-то расходом, ну, в принципе, как оно и вышло. То есть, ну, грубо говоря, судьба города в те дни решалась на улицах. То есть, и если так взять наш облсовет, то в тот день, 7 числа, это была наша крепость, и от того, какой флаг будет на ней, зависело будущее в целом региона. То есть мы могли вполне повторить судьбу Славянска, Краматорска на тот момент, уже была аннексия Крыма. То есть, ну, мы на самом деле могли намного раньше с этим всем покончить, с этим палаточным городком, потому что там, ну, там отребье всякое собиралось, которое разогнать вообще ничего не стоило. Но нас всячески отговаривала милиция, которая в те дни вообще не могла как бы сориентироваться, что им делать. Там, ну, я так думаю, собирались переждать просто и выбрать какую-то позицию после уже. Ну, в один из дней просто сепаратисты начали штурмовать саму ОДА. Это был рабочий день тоже, ну, будний. Нам позвонили, сказали, что такая-то проблема, ну, там, мобилизация людей быстро, благо, что люди все собрались, все как бы готовы были отстоять свой город, что тоже приятно удивило. Ну, в общем, в тот день мы, часть людей была возле, собиралась возле горсовета, потому что по нашей информации собирались еще штурмовать и горсовет. Часть людей зашла в облсовет для того, чтобы, ну, в случае, если уже прорыва, если, ну, мы не могли доверять милиции в эти дни. И, в принципе, как бы, вот мы собрались тогда в облсовете, потом уже начался штурм непосредственный, ну и после всего этого был уже разгон всего этого палаточного городка. Помню еще тогда генерал Седнев, там, ну, не помню точно его должность, но, в общем, главный милиционер наш. Он тогда слезно просил никаких провокаций, никакой крови не должно быть. Ну, по-моему, кровью замазана уже была вся на тот момент советская. За тот период, пока стоял этот антимайдан, много людей пострадало только за то, что они там ходили с украинскими флагами. Все помнят, там, когда они бабушек и женщин разогнали, там под практикер загнали. То есть, ну, вот, в принципі, ті события так і відбувалися. Ми маємо відеопідтвердження тих слів, про які ви щойно сказали. Давайте їх переглянемо, режисери підготують, а потім повернемося до розмови з вами. Європа! 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 Європа!
переглянули, да, це страшне відео, навіть були чутні постріли, да, от. Навіть постріли були чути. Дійсно, ось такі жахливі події відбувалися в нашому місті. А я ще хочу запитати, які от наслідки були після цього і яке значення для нас, для миколаївців, тепер, зараз мають ці події? Ну, я думаю, последствия які були. В принципі, було багато пострадавших, причому з нашої сторони це були пострадавші від рук міліції. Которая, в принципе, вот если бы милиция сработала тогда и сами все это дело разогнали, если бы суд запретил им собираться, то ну, ничего бы этого и не было. То есть, ну, а так последствия, ну, задержанные, там, травмы разной степени тяжкости. Там были люди, у которых были ранения после травматического, ну, травматического оружия. Вот. Ну и последствия, естественно, кульминация всего вечера, это разгон, снос всех этих палаток и... На тот момент, можно сказать, мы покончили с сепаратизмом в городе. Я не могу сказать, что это и сейчас так и есть, потому что мы видим, что все равно как бы, некоторые люди, которые там заводили всю толпу, до сих пор на свободе, до сих пор... Да, от у мене з приводу цього запитання, я відслідковувала, да, думки людей, вважаю, що з того моменту, як розігнали цей антимайдан, вважається, що Миколаїв не є таким проросійським регіоном. От хотілося б вашу думку дізнатися з цього приводу. Я взагалі как бы, не вважав, що Миколаїв є частина чогось про российского. Mm-hmm. В нашей истории очень много страниц, которые почему-то многими забываются, и деятелей, в том числе культурных деятелей, которые весомый вклад сделали в развитие украинской культуры, в развитие самого становления Украины. Поэтому ну, я никогда не считал Миколаїв элементом российской, там, российских настроений. Да? Но, конечно, люди, безусловно, есть, но то, с чем мы столкнулись, это такое... совокупность любителей Советского Союза и Российской mm-hmm. империи. То есть там нет никакой конструктивной идеологии, там есть только какой-то деструктив. В общем, я не могу сказать, что мы покончили сейчас с сепаратизмом, потому что, как я уже сказал, они все на свободе, ну не все, но часть из них на свободе, часть из тех, кого задерживает СБУ, отпускают там, ну, даже не со сроками. То есть мы играем в демократию с теми людьми, которые... просто хотели сдать наш город, да, которые в свое время передавали координаты передвижения военной техники, которые готовили тут диверсии. То есть в то время, когда наши пленные, вот та же, зачем далеко ходить, Надежда Савченко находится в плену, то есть к ним почему-то демократии никакой нет в России. Зачем мы тут играем в такую опасную игру, мне непонятно. Ну, тобто ви вірите взагалі в їх покарання якесь там хоча б на 90%? Чи ви думаєте, що ця демократія, вона так і залишиться на рівні демократії по відношенню до... Ну, я не знаю, як воно буде далі, но то, що зараз я вижу, це то, що просто безответственность. Вот. Я не вижу, щоб вони несли ответственность за свої поступки. А чи була у вас тоді підтримка саме з боку влади, чем, можливо, городян міста? Ну, конечно, граждане города тогда, если помните, и штаб ополчения был собран, как бы тоже, ну, было объединение, была консолидация гражданского общества. Вот, ну, власть скорее осторожничала, но вот те, кто уже тогда пришли, тот состав облсовета хотя бы с какой-то позицией был по этому поводу. Не могу сказать, что это была 100% проукраинская позиция, не могу сказать, что это была какая-то радикальная позиция, но, по крайней мере, она была, скажем так, под нашим флагом. Ви боєць полку Азов, да? От давайте ще до цього трішечки. Ваша робота не завмерла на місці, правильно, у місті Миколаєві? Чи проводите ви якісь патріотичні роботи? На що ви направлена зараз? Чим займаєтесь? Ну, зараз ми повернулися в сентябрі з так називаємо АТО, да, зони. Вот. Зараз, да, звісно, ми планируємо дуже багато мероприятий, які будуть якраз показувати ту сторону Миколаєва, як часть української культури. Там социальные разные проекты развиваем, помогаем развитию спорта, вот там, и это же и микс-файт, и вот регби сейчас, то есть мы в первую очередь хотим взрастить такой пласт сильной молодежи, думающей молодежи, которая будет действительно прославлять нашу страну, наш город, ну и естественно пресекаем все эти акции и проявления сепаратизма в городе. Там, все ж таки ще є прояви сепаратизму, якщо ви їх пресікаєте. Ну, звісно, да? Да, є попит. Яким чином? От що це? Розкажіть про це. Ну, почнемо з того, що недавно, да, 28 марта, коли було возложення цвіток пам'ятнику альшанцам, да, теж
такой момент. Все, ну, кто хотел почтить память, пришли, возложили цветы, никакого фарса из этого там не делали. Ну, как, была там красивая картинка, да, когда депутаты, чиновники подошли. Также были обычные люди, которые возложили цветы. Но бывшая коммунистическая партия Украины, бывшая организация «Русский блок», они решили все сделать, как бы, для своей картинки. То есть там были известные личности из их антимайдана. Это и Светлана Сидорская, и Евгения Бондаренко, и Алена Свинарчук из КПУ. Они пришли с красными флагами, пришли с георгиевскими лентами, как бы, ну, их попросили сначала нормально, их попросили еще на улице Соборной, попросили снимите это все и, ну, почтите память, никто ничего против иметь не будет. Они же там устроили какой-то дикий кипиш, мол, нет, это память, я как бы ничего против памяти не имею, да, действительно, там, может быть, это флаг, под которым тогда сражались, но надо уважать и тех, кто сейчас воюет. Сейчас красный флаг, георгиевская лента, это символ смерти на Донбассе, это символ этой войны, символ российской агрессии, поэтому, ну, можно уважать и это поколение. Как бы, я не думаю, что те, кто воевали тогда, одобрили бы эти действия, которые на Донбассе ведутся, поэтому, ну, вот, пресекаем всячески вот эти мероприятия, естественно. Как бы, ну вот еще у них там был пикет городского совета недавно был, мы тоже как бы помешали им сделать ту картинку, которую они хотели. Ну вот как бы в таком направлении работаем. Угу. Я зрозуміла. І наостанок, минулого року, да, річницю відзначали розгону сепаратистів, були заходи, супроводжували гімн України. Як щодо цього року, чи будете ви брати участь у якихось таких схожих заходах? Ну, ми, по крайней мере, нічого в этом году не планировали. Угу. Наскільки я знаю, обласний совет тоже не планировал. Как бы, ну, я считаю, что устраивать какие-то митинги в честь этого, ну, уже не время, уже надо устраивать не митинги, а что-то делать конкретно. Поэтому, ну, я как бы не могу всего сказать, но конструктивные действия будут по этому поводу. И я думаю, что, ну, к любым провокациям, по крайней мере, на 9 мая мы будем готовы. То вы уже готуетесь до того, чтобы... Ну, лучше быть готовым, чем, как бы... Тобто ви будете відслідковувати порядок у місті, прям будете виконувати? Скоріше так, да. Ну, підтримуємо, як би, будемо присутствувати в містах скоплення масових людей, тому що в прошлом году під тему 9 мая, не, не в прошлом, в 14 году під тему 9 мая вони розвернули флаги Новоросії вообще под Оршанцями. Тобто, поэтому ми не дадим зробити таку ж картинку, хто хоче почтити пам'ять ветеранів там, память тех, кто погиб в Второй мировой войне, пусть придет. Это ж, ну, понятное дело, что это святое там, да. Но провокации сделать мы никому не дадим. Я зрозуміла. Так, і ми будемо сподіватися, що у нас все вдасться, що буде мир і в Україні, і в Миколаєві. Ми вдячні вам, що ви до нас завітали. Дійсно, таку провели нам цікаву інформацію, донесли до нас, до наших глядачів. І... Ну і успіху вам, як ви кажете, у піднятті нашої молоді, думаючої, здорової і патріотичної. Ілля Зелінський був у нас в гостях, боєць полку Азов, учасник розгону наметового містечка сепаратистів біля пам'ятнику Ольшанців 2014 року.